Здравствуйте, здравствуйте. Понедельничный вечер в рамках Мелбет первой лиги нашего футбола обещает быть очень жарким, потому что друг за другом встречаются четыре команды, которые пока в самых верхах нашего второго по статусу футбольного дивизиона. И начинаем мы в славном городе Тула, где сегодня местный Арсенал и футбольный клуб Урал. Ну что, довольно грустная картина с точки зрения посещаемости, как мне кажется, Тула все-таки избалована была долгое время. Будет очень непросто сегодня Уралу подбирать ключи к этой обороне. А вот опытнейший Ионов и Егорычев комбинируют. И это Максим Воронов был на острие. Очень неплохой выпад. Цараев. Дойдет мяч до Водоинки. Да, момент шикарный. И не попадает нигерийский форвард. Он уверен, что не его было последним касание, а касание защитника. Какой момент. В подкате сыграл Сунгатуллин. И удачный для Липового был отскок. Цараев дальше протолкнул на Адеинку. Мамин не дотянулся в подкате. Как технично Малик здесь сыграл. Не то, что выбивает мяч, но принимает его на себя. По крайней мере, удар неплохой. Это тот самый Артем Попов. Чей удар великолепный. Забил, кстати, Анзор Хабибов, который сейчас травмирован. Ну и последний тур. Это ничья в Химках с Торпедо. 2-2. Какая хорошая передача. И можно завершать. И делает это Железнов. Зрячий, но угодил в штангу. Здесь везет, конечно, Арсеналу. Продолжение есть у уральцев. Удар. Мяч попадает, по-моему, в Цараева. Ух. Но давайте пока по времени, потому что опасный проход с ударом Алана Цараева. Бдителен Мамин. Ну, я говорил, что Урал покинули сразу три игрока относительно недавно. Ох, какой сейчас срезкой пользуется атака Арсенала и хватается за голову Левин. Как он не переиграл. Не переиграл Мамина. Смотрим еще раз. Подача выбивает Егорычев. И здесь откровенно не получается удар у Артема Попова. Проход совершил совсем недавно. А вот это как опасный мяч в воротах. Счет открыт. Счет открыт. Это Артем Попов сделал гол. Он наверняка не стал автором гола. Но все подготовил для этого взятия ворот на 61-й минуте. Что? Первый гол 18-летнего Адеинки. Мы становимся свидетелями его дебютного мяча, судя по всему. Ну или давайте не будем торопиться. Там Малик уже и присел на газон. Сунгатуллин. Плохая подача и удар. Бигфалди, добивание Мосина. И защитники стелятся, чтобы уберечь своего вратаря. Но это блеск. Это шикарный момент, в котором преуспел сначала Левашов, а затем Захар Волков. Мы посмотрели с вами неспешные повторы. А он по-прежнему, посмотрите, не спешит с мячом расстаться. Так. Свободный удар. Пожалуйста. Передержал мяч Михаил Левашов настолько, что теперь будет свободный удар в распоряжении удара у Урала. Но вот есть сомнения, кстати, по поводу того, что на 9 метрах и Турищев, и Берников сейчас располагаются. На 9 метрах от мяча, я имею в виду, естественно. Ну, посмотрите, вот Турищев, какие там 9? Ну, смешно же. Нет, мяч мимо проходит. Мяч уходит на угловой, касаясь, соответственно, кого-то из арсенальских в стенке. Который утверждается на первом месте турнирной таблицы мир... Нет, это не мир, это Мелбет. Первая лига и ликующий Левашов. О, пожалуйста, семейные объятия буквально, ничего себе. Вот это красота. Вот это кадр всей трансляции. Михаил Левашов, которого поглощает болельческая ликующая толпа.